Так, съемка пошла. Значит так, если ты Маша, то я медведь. Это Лера Железова. Это Саша Железов. Но мы с тобой Маша и медведь. Так, приступаем. Вот. В Иркутске я, наверное, у вас получше малины, я понимаю. В Иркутской области. Очень вкусная. Нужно сначала проверить. Ой, проверь. Лера, ты садовод или где? Не получается порвать, не порвать. Давайте, давайте, вот тут, тут есть. Сидит, сорви мне. А, сорвать? Да. Потом у меня все падает и ломается. На, держи. Потом у меня все время ломается. Ломается? Да. На. Прямо в рот клади. Да, растерялся парень. Давай. Ты еще в саду новичок. Вот Лера, та. Лера, ты сказала, что будешь садоводом? Ну-ка, подтверди. Что? Ты что, ты будешь садоводом? Ну, не знаю. А, уже не знаешь? Вы не так знаю. Быстро меняете мнение. Ты же обещала. Я не обещала. Обещала. А-а. Саша, на. Держи. Спасибо, больше не надо. А, все, набьели. Держите, девчата. Спасибо. А. Так, ну ладно, теперь вы можете идти, вот, а я сейчас еще кое-кого угощать буду. Деда? Деда? Нет, на, отнеси бабе, на. Так, ну что, друзья, малина любит пересадки. Вот здесь она была посажена позапрошлом году, ни разу не полита, забыта, вот, и на третий год мощно пошла, тогда я ее спохватился, сделал ей шпалер, видите, вот такие скромные, и для чего я все это говорю, друзья, сейчас поймете, при желании можно, имея такую роскошную малину, может заниматься размножением и даже продажей. Раз. Вот. Вот она еще. Я тут, правда, потихонечку сам обгладывал. Так. Оводы кусаются. И главное, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что эту малину мне выслал в виде нескольких саженцев Юрий Алексеевич Латенков. Для меня фамилия Латенкова. Священная, гений, который до сих пор не признан наукой. Вот, хорошо, что сейчас все его наследие цело. Я постепенно его раскрываю. Постепенно. Вот. Ну, получается всегда, что фильмы начал с этого. За здравие, детей угостил. Она еще только началась, ее много будет. Она постепенно еще целый месяц будет поспевать. Так. Вот, еще раз. Кажется, лорд называется, но я не уверен, потому что я особо не интересовался. Кустарники не мое. Но вдруг вот появилась возможность угостить своих детей. Вот, и вот результат. Дети попробовали, теперь они лучше будут относиться к садам. Это самое главное мое предназначение. Вот, друзья, пока. У меня таких сюжетов сотни. Сегодня уже третий.